гласная буква «У» вносит в характер хитрость, а именно умение тщательно скрывать истинную цель своих намерений, способности политика. Как правило, носители этого имени избегают общества людей, сомнительных мест или ситуаций, отдавая предпочтение вещам тонким, духовным и рафинированным. Буква «Н» в имени означает протест, внутреннюю установку не принимать все происходящее без разбора, умение отфильтровывать полученную информацию, отбрасывать второстепенное и оставлять главное. Гласная буква «А» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Звук «П» в имени не создает неприятных ощущений, располагает к задушевной беседе, доверию. Люди с буквы «Г» в этом имени нередко страдают от отсутствия такта, поэтому в любовных отношениях часто меняют партнеров. Обладатели буквы «Н» в этом имени отличаются стойким характером и умом. Им как воздух требуется впечатление, возможно, застенчивость. Буква «П» в имени имеет связь с переменами и оценкой. Для таких личностей целью жизни становится борьба за справедливость и благополучие. Звук «Г» прямо направлен на экстрасенсорные способности. Метафизическое чувство тревоги, склонность к мистике и философии приводит к тому, что эти люди нередко изолируют себя от окружающих и замыкаются в собственном мире. Человека более отзывчивого, чем обладатель имени согласной буквы «Х», вы не встретите. Эти люди могут подчиняться обстоятельствам, но до определенного времени. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способный достичь больших успехов. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Звук «У» дает человеку активное воображение. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «И», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Звук «Х» в этом имени дает характеру человека неприятность и отсутствие напора. Иногда носители этого имени упрямы, заботливы и в то же время застенчивы. Звук «Г» в этом имени отличает этого человека такой чертой, как брезгливость и любовь ко всему чистому. Это может проявляться, например, как неприятие находиться в неубранной комнате или нежелание слушать непрофессионального певца или брезгливость в еде. Значение буквы «А» в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. У них внутренняя установка преуспеть в жизни собственными силами, завоевать авторитет, независимую позицию в жизни. Буква «Н» в этом имени дает людям силы не воспринимать все без разбора. Подавив в себе стремление к накопительству, владелец имени сможет реализовать свой богатый духовный потенциал. Их счастливыми цветами являются все оттенки зеленого, предпочтительно натуральных или блеклых тонов, а также желтый и белый цвета. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.